15 и 16 августа в Северном дворе Нарвского музея пройдут мастер-классы по изготовлению войлочных изделий в разных техниках. Мастер по работе с войлоком из некоммерческого объединения Идо-Вермлузский клуб рукоделия примет в них участие. Будут продемонстрированы техники сухой и мокрой работы с материалом. К концу обоих дней наиболее старательные ученики мероприятия смогут изготовить и оставить себе на память войлочный сувенир. В субботу, 15 августа, пройдет мастер-класс по технике сухой работы с материалом. В воскресенье, 16 августа, состоится демонстрация мокрой техники. В оба дня мастер-классы начинаются в 12 часов дня.